погода не позволяет еще высаживать землю. А рассада вот бывает такого вида, видите? Она уже набивает бутоны и вот такая длинная, переросшая. Если мы еще подождем, междоузли будут еще длиннее, еще больше. И как посадить эти томаты, мы покажем. Томат мы сажали, эксперимент у нас был, томат Шерхан. Мы сажали, смотрите, в роликах ранее. Эксперимент был в торфяных таблетках и в ящике. Вот эта рассада, это то, что в ящике было. Томат Шерхан. Итак, в подготовленную мини-тепличку мы посадим. Пойдемте. У нас замечательно развитое растение, но длинное, вытянутое, корневая система хорошая. Томат относится к тем растениям, которые вот здесь вот бугорки, видите, это зачатки корней. Поэтому мы посадим вот до сих пор. Вот эти листочки нам не нужны в земле. Это лишняя инфекция. Мы их срезаем, начиная с самых нижних. Срезаем на где-нибудь пол сантиметра, сантиметр пенечки. Вот так. Ну и... Нет, это мы оставим. Мы его просто укоротим наполовину, чтобы он не касался земли. Далее, как сажаем? Делаем бороздку и укладываем наш замечательный росточек вот так. Здесь комок земли. Значит, под него мы немножко делаем подкоп. Вот так. Вот так, вот так, вот так. И осторожненько. Да, кстати, забыла сказать. Перед тем, как таким образом сажать рассаду, не поливайте, чтобы она немножко была подвялая. Для чего это делается? Для того, чтобы вот во время вот такого поднятия не сломать стебель. Если вы польете, он будет иметь упругость, так скажем, тургор, как называют ученые. Вот, и вы можете сломать. В данном случае можно либо привязать на веревочку вот к верхней штанге, либо поставить палочку. И привязать к палочке. Помидор обязательно выпрямится. Вот, примерно вот так. И у вас будет замечательная рассада, посажена таким образом. Те стебли, часть стебля, которую мы углубили вместе с корнями, пустят обязательно корни. И представляете, питание будет получать растение гораздо больше, чем вы посадите непереросшую рассаду. Итак, посадим все наши сегодняшние кусты. Вперед. Всем пока. Вот. А я дальше буду продолжать высаживать эту рассаду. Если вопросы будут у вас, задавайте. Всем пока. После того, как мы все высадим, мы накроем эту импровизированную тепличку обыкновенной полиэтиленовой пленкой.